Всем привет! Вы слышите Алехандро Халецкого, который ведет свой остров тропический к процветанию. Диктаторскими методами, правда, меня почему-то большинство, подавляющее большинство жителей острова поддерживают. По-моему, я офигительный диктатор получаюсь. Ну, благодаря вашим подсказкам, конечно, в комментариях. С другой стороны, мне вот интересно, на основе чего было придумано, в принципе, тропика? Я изначально думал, что, наверное, это что-то ближе к Кубе, Фиделю Кастро, вот такие островные какие-то дела. Но метро, по-моему, даже в континентальной Латинской Америке только в нескольких городах есть. Если мне не изменяет память, то в бразильских и аргентинских. Не могу сказать. На островных государствах метро точно нету. И вообще как-то слишком круто развитие выглядит для островного государства. Тем не менее, мы в игре. Продолжаем быть пока в эпохе Холодной войны, но уже мы в союзе с этим мавзолеем. Мне интересно, мавзолей... Чё это дает такое... Посольство все построено. Министерство для улучшения отдельных аспектов. Кстати, вот можно это все тоже построить. Темницу. Тюрьма я не хочу, честно говоря. Банк. Вот это вот, кстати, все можно построить. А что, где мавзолей вообще? Откуда это? Должен быть мавзолей, конечно, в роскошных развлечениях, но тут не вижу я его почему-то. Ладно. Научную лабораторию. Кстати, надо бы научную лабораторию построить. Не в туризме мавзолей. Может, чудеса света мавзолей? Нет. Блин, где мавзолей-то? Возведите строение мавзолей. Хорошо, приветствую президента и все построить больницу у посольства восточного. Я гарантирую, что в данном разговоре не будет обсуждаться. Ну, я приму, но я не буду, наверное, выполнять. Хотя, с другой стороны, вот тут посольство, да? Нет, это западный дир. Кстати, я вполне могу здесь тоже больницу построить и убрать клинику просто. Как вариант, между прочим. Я мавзолей хочу найти, подождите. Ну и кроме того, у нас как бы... Не, уже безработных довольно много, ладно. Так. Тут нету мавзолея. Нету. Ну, в промышленности. Какой мавзолей в промышленности? В жилье, конечно, может быть мавзолей, но это слишком крутое жилье. Блин, так где мавзолей-то? Вот он. В СМИ и образовании. Интересно, к чему мавзолей относится? К средствам массовой информации или к образованию? Ну, в плане как изучение биологии, наверное, может быть. Собирает деньги после смерти несметно богатых граждан. У меня, к сожалению, по-моему, нету несметно богатых граждан. Вообще ноль, да. То есть... Ради того, чтобы порадовать коммунистов, просто строить. Нет, давайте пока забьем. Давайте вот что-нибудь из этого. Тюрьму не хочу. Иммиграционная служба. Скорость миграции повышается. Можно, кстати. Кстати, давайте. Иммиграционную службу построим. О, а что это у нас тут горит? Церковь горит. Строим иммиграционную службу. У нас с бездомными 30. И они у нас в основном... Я не понимаю, почему обеспеченные не хотят жить в моих виллах, которые я им тут сделал. Не понимаю. Да, и, кстати, по поводу метро... Ну, вообще пользуются. Я хотел спросить, надо ли мне метро все-таки... Не только в жилых, но и к этим проводить. Склад пуст, сахара не хватает.
Давайте, может, мы как раз перенесем шоколадную фабрику пока. Потому что тут никелевую надо построить. Давайте глянем. Промышленность. Добыча, рудник. А, нет, все-таки шоколадную надо оставлять. Ладно, давайте тогда сахарную плантацию пока. Плантация. Сахар. Так, где у нас тут хорошие места для сахара? Ну, вот здесь давайте. Просто хочу, чтобы пересекалось с другими плантациями, но как-то, блин, не очень получается. Ладно, давайте в новом месте тогда построим. Так. Так, а перенести мне тут надо, видимо, сталелитейный завод. Не хватает, не плюс 8 вроде электричества. Так, давайте сталелитейный завод перенесем. Тропику, только что покинувших бюро иммиграции. Мало кому удается пройти 50-й уровень проверок. Так, бюро иммиграции построил. Теперь вот варианты. Открытые двери. Скорость иммиграции снижается на 80%. А зачем нам снижать? Пускай иммигрируют. Но лучше, да, вот контроль за безопасностью сделаем. Я капитан промышленности и часто подумываю заиметь корабль. Но обычно Приму, но, опять же, не факт, что буду выполнять. Так, сталелитейный завод перенесем. Где-нибудь тут поставим. И тут сейчас добычу никеля. Рудник, никель. Ну. Ставим. Так, плантация сахара строится, сталелитейный строится. А тут золота не хватает. Но я, по-моему, обе золотые шахты построил. Еще проверим. Ну, вон еще, правда. В отдалении еще есть. Может, и тут все-таки начать добывать. По идее, рабочие на машинах должны быстро добираться до всего этого. Так, по-человечески что-нибудь... Ага, требует больше... Производительность повышается. Так, давайте вот это поставим. Пожарную сигнализацию. Так, пока тут строится... Так, сталелитейный построили, вот, по добыче никеля, правда... Так, плантацию сахара. Ближайших плантаций гидропонных не надо. Затраты на обслуживание ближайших ферм тоже не надо. Так. На заводе пластмасс не хватает нефти? Может, потому что я их на электростанции еще направил, чтобы нефть шла. Хорошо, давайте смотреть, что у нас по
нефтяным скважинам. Добывается. Вот здесь еще можно ставить. Так. Ресурсы сделались. Хочу следующее здание на правительство. Таможня. Цены на экспорт повышаются. Давайте. У меня будет такой правительственный квартал. Хотя, что оно там-то? Надо как-то рядом все-таки с замком моим строить. А, блин, мне еще уран надо... Для шпионской академии, чтобы статую свободы спереть. Хорошо, а уран у нас где добывается вообще? Что, у нас есть уран на острове? О, только вот там. А это мне надо на... Блин, надо будет. Кто побеждает в холодной войне? Особый доклад канала Uno сообщает, что это Эль Президента. Мы ни капли не сомневались. Так, что с нефтяными? Нефтяная скважина. Ну, вот это можно сделать. Загрязнение мне не страшно. Потребление, месторождение нефти снижается до 80% от произведенных единиц нефти. Не понял. Так, ладно, появилась новая статья Конституции. Свобода вероисповедания повышает производительность образовательных и исследовательских строений, отключает религиозность. Нет, давайте свободу вероисповедания. Я всегда сам за подобное выступал. Так, давайте, что мы следующее открывать будем. Сортировка отходов, поехали. Так, восстановление деревьев будет увеличиваться. А где лесопилка? Тут тоже все улучшено. Так, таможня. Стимулировать экспорт. Каждый прибывший тропикотурист будет уплачивать $10 от базовой производительности. Да, тоже прокачаем. Вообще, я понимаю, туризм у нас тут пошел все-таки. Туристов 34. Туристический рейтинг повышается. Отлично. Отель, мотель. Туристический порт. Ну, в принципе, можно пока ничего не строить, потому что я не могу еще... У меня не заполнены все мои туристические места. 10 туристов прибыло, 7 уехало. Денежки прибывают. Так, добыча нефти. Тоже все прокачиваем. Следующее правительство строим. Министерство. А банк что дает? Процентный доход от казны. Я думаю, надо ставить. Давайте посмотрим, как у нас тут работники. Тут есть. Тут есть. В школе у меня народ во все учится. А где у меня еще старшая школа была? Вот колледж. Тоже идет работа. Давайте, наверное, банк. Рядом с цирком.
Немножко тут красоты добавим. Не знаю, стоит ли мне мавзолей строить. Ну реально, у меня несметно богатых граждан нету. Появилась пара возможностей. Боюсь, что меня западные державы скоро могут напасть. А, я не подтвердил изменения в прошлый раз. Так, баланс сети, все хватает. Может уже дома начать строить, а то сегодня начинают какие-то халупы тут появляться. Так, бездомных кому не хватает? Бедным. Значит, многоквартирный дом. Ну и тут еще осталась многоквартирная высотка и современный особняк открыть для жилья. Так, банк построили. Построили. Какие варианты? Государственный банк. Увеличивает кредитный лимит на минус 5000. Да я когда кредиты не беру. У меня даже не открыт этот указ. Я думаю, что он нафиг надо мне. А так он будет давать, что банк я построил. Создает процентный доход от казны. То есть я, видимо, от того количества денег, сколько у меня есть, я буду какой-то процент получать. И тут работает 4 образованных в колледже чувачка. Так, ну и в правительстве министерство давайте. Еще пососуд, что дает. Генерирует доход за каждого гражданина, заключенного в темнице, тюрьме или психбольнице. Мне кажется, что суд... Хорошо, а темница у меня сильно заполнена вообще? Я думаю, надо ли мне тюрьму строить? Ну, вообще, да. Может, а тюрьму построим и министерство потом. О, какая тюрьма большая, блин. Так, тюрьму давайте здесь. О, министерство 15 тысяч стоит. Не хватает денежков. Тут с рейдами проходит. А, тут пока зависла у нас статуя свободы. Блин, мне уран надо. Может, мне уран, кстати, торговли купить? Кто-нибудь уран вообще продает? Есть. Вот уран. Идет от Советского Союза. Ну, я бы купил еще торговую лицензию, и уран просто купил у Советского Союза тогда. Граждане требуют провести выборы, президент. 79%. Не буду обещать ничего улучшать, ну нафиг. Жители тропика. Там этим мой заниматься. Народ, мои дети. У меня и так поддержка 83%. Ваше процветание – это моя честь. Ваша сплоченность – моя так, вера. Так, кто там с тюрьмой? Я смиренно принимаю вашу любовь. Вы мой тропико. Да, жизнь безработных нелегка.
Я это понимаю. Работа — это все так, для меня. Открываем. Но уже скоро жители тропиков. Торговую лицензию. У всех вас будет удовлетворительная зарплата, начальники и тяжелая работа. Где тут уран? Поговорим о росте. Уран. Тропико нужно расти. 1000 достаточно, потому что мне надо 200 всего. Но даже у сорняков все, покупаем уран. Есть друзья. И это сами друзья Земли. Все мы разделяем их любовь к природе. Поэтому голосуйте за Эль Президенте, за будущее, которое заслужили. Так, все посольство восточного блока. Я думаю, что вот тут можно больницу будет построить. Вполне. Так, как там у нас с туристическим рейтингом? По чуть-чуть снижается. О, и в мотеле, и в отеле. Ну, нормально. Хотя я не хочу себе тут туристический рай делать из моего острова. Так, могут приезжать, как приезжают. Есть фирма. Так, режим работы. Необразованные заключенные могут получить законченное школьное образование. Производительность уменьшается. Не, давайте программу перевоспитания сделаем. Ну и комнату для допроса. Почему нет? Ну, есть арестованные. Так, а темница продолжает работать? Да, и темница продолжает работать. Уменьшаем преступность. Хорошо, тогда министерство ставим дальше. О, не, о, влазит. Я думал, уже не влезет. У меня тут такой правительственный квартальчик красивый. Блокировка. А что за строение ядерная программа что дает? Позволяет создать бомбу, которая не даст сверхдержавам вторгнуться в нашу страну. Ну, не знаю. Вообще, может, мне военных моих стоит пока улучшить? Потому что западная держава вполне может... Так, уран мы прекратили покупать. Хорошо. Тогда давайте что-нибудь продавать. Лодки, шоколад, уголь, пластмассы, мясо, сталь, бананы, ром. Идет продажа. Давайте кукурузу. С западными странами. Так, может их похвалить? А, у меня нету денег пока. Надо отношения с ними улучшать, а то они постоянно падают. С теми-то у меня и так больше 100. Кстати, могу у них деньги попросить. О. Все равно больше 100. А, тут необходимо отношение 41 как минимум. Так, что в министерстве? Ну, тут все вакантно. Назначайте министров предложенными политическими фракциями.
Кандидат. Так, давайте смотрите, кто меня тут поддерживает в основном. Капиталисты, коммунисты, милитаристы и промышленники. На первом месте причем коммунисты и капиталисты. Причем капиталисты, коммунисты. Вот это друг против друга. Ну вот милитаристы и промышленники точно надо брать, а коммунистов и капиталистов поровну. Получается. Департамент образования. Ага, вот тут внизу пишет. Старшие школы и колледжи принимают больше учеников. Давайте от коммунистов возьмем. Так, департамент обороны. Ну, странно не поставить на департамент обороны не от милитаристов, как мне кажется. Департамент экономики. Тут, конечно, надо либо капиталистов, либо промышленников. Горные, нефтедобывающих строений. Давайте промышленников. Так, иностранных дел. Производительность трейдерских строений на 5%. Повышает базовые экспортные цены потребительских на 5%. Давайте промышленников. И внутренних дел. Повстанцы и противники посещают часовни, церкви и соборы. Они могут лишиться своей роли. Качество работы всех строений повышается на 2. Давайте коммунистов. А, блин, я не нажимал нанять. Так, тут коммунистов. Здесь милитаристов. Экономики. Так. Промышленники. И... промышленники. Все. Что у нас в правительствах? Это построено. Это я не хочу строить. Хорошо. Возвращаемся к нашему альманаху. 32 безработных, 49 бездомных. Надо что-то с бездомными делать. Смотри, вот тут у нас... Так, хочу больницу здесь построить, в общем-то, убрать клинику тогда. Рядом с посольством. И здесь же построим не безработные, я хочу посмотреть, а бездомных. Обеспечить. Давайте квартиру тогда тут. Охота за чертеж дом. Факел под юбкой. Атлетичные бедра и лодыжки надежно закреплены на тропиканской земле. Все, я могу статую свободы ставить. Ей. А, она, по-моему, на воде должна стоять, нет? Да. Так. Сюда. И квартиры давайте построим. Президенте, лама на дискотеке. Повторяю, лама на дискотеке. Переходим к новейшей Холодная истории. Холодная война окончена, президенте. Будущее стало настоящим, а теперешнее настоящее уходит в прошлое. Постарайтесь выдержать постоянное давление 8 фракций. Ведите дипломатические игры с 5 сверхдержавами и подделывайте туристический рейтинг или изменяйте условия торговых путей с помощью хакера. Окей. Так, личные права. Право на личную жизнь. Здравоохранение. Давайте систему единого плательщика поставим. Все, мы в новейшей истории. О, сортировку доходов открыли.
Загрязнение от всех жилых строений уменьшается, затраты на обслуживание увеличиваются, отношения с консерваторами ухудшаются, отношения с акул... Давайте перерабатывает. Включим. Пускай будет. И начнем исследовать что-нибудь новое. Семейные права. Так, у меня, походу, вся торговля закончилась. Что тут самое выгодное? Нефть. Блять, это контрабандисты, это со всеми ухудшу отношения. Так, и Ближний Восток. Подписываем контракт. Электронику я не могу пока продавать. Бревна. Подписываем контракт. Железо, какао. Подписываем контракт. Так, это я уже с тремя разными, а их 8, и сколько там, или 5 великих держав. О, Китай. Какао. Какао я уже торгую. Сок нету, сталь давайте. И США еще. Сыр, уголь. Давайте сыр. Ну вот, 5 держав, да, получается. Ближний Восток, Россия, Евросоюз, Китай и США. Так, что еще? Хлопок. Кожу. Ром, бревна, какао, сталь, сыр, хлопок, кожа. Еще 2. Но вот электронику и препараты я еще не произвожу. Надо новые промышленные эти ставить. Морепродукты. Ну, рыбу могу. И шерсть. Давайте шерсть. Шерсть. Ну и уголь можно, например. Ой, шерсть. Да, это все импорт. Экспорт. Уголь. Все. Все торговые пути заполнил. Улицы теперь переполнены. Давайте посольство. Давайте сюда Китай. Сюда Россию. И надо еще посольство строить. Может, здесь лучше. Давайте это уберем. Тут сделаем посольский квартал такой. Но нежелательно их рядом друг с другом. Они ж, у них задание там, знаете, еще что-нибудь рядом с собой построить. Поэтому в разных местах. Здесь и еще одно посольство надо. Так, раз, два, три, четыре. И пятое рядом с Тадж-Махалом. Чертеж дом. Что за дом? А, это вот это. Улучшенного качества. Ну вот надо многоквартирные высотки и современный особняк еще открывать. Бездомных многовато. Может, метро все-таки построить здесь в промышленных? И так-то, в принципе, дофига народу пользуется метро. А, видите, я смогу просто модернизировать их в высотке потом.
Так, туда США приглашаем. Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют. Скажи, 91% поддержки. Ну, что мне подтасовывать? Да, мы Ближний Восток пригласим и сюда Евросоюз. Что-то сразу с США как-то так себе отношения. Вроде... На выборах вы просто... Всего лишь 39 человек против меня. Отличная конституция. Так, что у нас тут с энергией? Вообще надо атомную электростанцию открывать. Согласно словам, хотя бы покупать даже уран. Политическая победа была самой крупной и незабываемой в истории Тропико. Мы уверены, что Всё. Дворец просто Все скромничает. Приглашены. Кстати, а что по политическим фракциям? Капиталисты-коммунисты, верующие-милитаристы. Вообще всем нравлюсь. Еще интеллигенция и консерваторы. Так, знаете, что хочу науку улучшить. Для науки нам научную лабораторию надо. Ее хочу строить. Безработные, бездомные, 57. Общая удовлетворенность нормальная. Туристов, ну, чуть поменьше. Но опять же, я не стремлюсь к туристическому раю. Слушайте, мне просто интересно, если я метро поставлю в промышленном районе. Будет, ну, там вообще написано в описании, что метро действует чисто на жилые дома. Так, инфраструктура, вот. Повышает качество жилья ближайших жилых зданий и туристических отелей. Может, мне не атомную электростанцию, а солнечную тогда открывать. И угольную постепенно замещать. Так, ну мне надо промышленность опять. Ладно, я поставлю станцию метро. Только давайте сначала промышленность какую-нибудь еще. Мебельная у меня стоит, ювелирная стоит, автомобильный завод. Сталь и резину. Так, а резина мне... Где мне резину сделать? Резина должна из какого-нибудь каучука, что ли? Кстати, я фермы могу в фермы-фабрики. Это еще открыть все надо. Слушайте, так я лучше открою эти все... Вот так сделаю и постепенно сейчас буду апгрейдить плантации.
в гидропонную плантацию. Вот. Вот я про это. Президенте снова убеждает народ Тропико, что жизнь на нашем архипелаге лучше, чем где-либо еще в мире. Спасибо вам, наш лидер. Знаете, как Великая Стена стала такой посол большой? Джан. Смешались безумные амбиции. Посетить посольство сверхдержавы Китай? Хорошо. Президенте, важна лишь свобода. Ой, изменить тему конституции здравоохранения на платное, изменить тему конституции личные права на тотальное... Да вы охренелите в жопу оба. Рынок, это с вами приятно иметь дело, президента. О, я восстание спровоцировал? Странно, не вижу что-то... Так, подождите, мне посольство Китая надо посетить. Где оно тут? Это Россия, Китай. Так. Нужно купить себе что-то приятное. Блин, где он ходит? Второй дворец, например. Тропика идет туда же, куда и так, я. Так, и почему не хватает электричества? Внезапно. Все электростанции работают. А, я модернизировал фермы, блин. Ай-яй-яй. Они стали электричество потреблять. Я все фермы модернизировал. Кстати, и безработных стало больше благодаря этому. Не все, кстати, я модернизировал, сколько хватило денег. Блин, сейчас немножко... Сейчас у меня проблемы начались. Мне надо... Какой-нибудь денег даст, кстати, из дипломатов? Вот, у Ближнего Востока, у Евросоюза можно... Нет, нельзя попросить. 71 необходимо. Да... Так, мне нужны деньги на то, чтобы еще одну электростанцию построить. Возможно, стоило бы открыть солнечную электростанцию. То есть мне, грубо говоря, 27 тысяч надо. Блин, безработица 10%. Я же еще ферму улучшил, это уменьшилось количество рабочих мест. Наверное, для этого нужна отдельная машина. Блин. Фига он там ходит где-то. Это сколько он будет сейчас идти вообще? На пути к посольству, боже. Хорошо, тут нету ограничения по времени. Блин, вот фермы я очень зря улучшил. Самое главное, что у меня, видите, проблемы с электричеством резко появилось. Может что-нибудь отключить вообще? Проблемы с электричеством и проблемы с безработными. Зато поддержка офигительная. Эль президенте, вы должны помочь мне сделать мир лучше для растений и всякой живности. Не дайте превратить тропиков в пустошь, застроенную заводами, плюющимися токсичной смертью. Послушайте, милочка, мне больше предложение промышленников нравится. Автостраду откроем и сделаем. Где эта автострада? Вот. Давайте ее открывать следующим.
Не, она, это прикольный, кстати, указ, если я ничего не путаю. Скорость транспорта, передвигающего по дорогам, повышается на 15%. То есть все быстрее, там грузы перевозятся, вообще все. О, 9000, так. Открываем электростанцию солнечную. Теперь надо еще 18 тысяч накопить, чтобы... Вам назначено? Отлично. Построить роскошный отель. Кстати, в очередь текущей встречи. Ну, кстати, можно. Тоже вариант. Не сразу я это сделаю, но роскошный отель можно построить. Потому что я так понимаю, что все отели уже заполнены. Хотя нет, не особо. Иностранная помощь от России. Так, на 71 только, да, они дают финансовую помощь. Чертеж производства сока. Отлично. Это мы будем делать, кстати. Что требуется? Бананы и ананасы в сок. У нас и то добывается. Нормально. Так, сколько мне там на электростанцию денег-то требуется? 18 тысяч. Да, ветер сильнее, чем обычно, и вдалеке слышны раскаты грома. Но, уверяю вас, дворец в безопасности. А почему я не могу вот это провести? Потому что денег нету. Да, сейчас что-то... Так, 7 тысяч хватит мне на солнечную электростанцию. Может, ветряной? Может, ветряной? Лучше, конечно, всю атомную электростанцию построить, но она взорваться может. Семейные права. Так, гражданский брак разрешает однополый брак, увеличивает всемирную свободу на 5, увеличивает общий туристический рейтинг, ослабляет позиции религиозные. Традиционные браки по умолчанию, принудительный брак. Нет, давайте гражданский брак откроем. Я религиозных как бы всю игру против них был. Я сейчас им буду потворствовать. Все, солнечная электростанция наконец-то можно строить. У меня вот тут квартал электростанций. Интересно, вот при таком дожде она будет работать? Блин, бездомных и безработных все больше. Но сначала мы будем потребность в работе, конечно, удовлетворять. Ну, в первую очередь, я вот это то, что я все фермы апнул практически. Шифтом. Ух ты, 43 тысячи. Так, сок строим. Производство сока. Что у нас еще в промышленности есть? Фармацевтика, нефть в лекарства. Ну, кстати, можно. Ткани или кожу в одежду тоже можно. Это все энергия. Кстати, все это энергия требуется, да? Поэтому давайте подождем строительство электрической станции лучше. Кстати, а лабораторию я ж строил и забыл даже там. Давайте увеличим ассигнование. И затраты на обслуживание понижаются, и меньше энергии требуется. На одно из знаний в день больше. Давайте вот это пока, я думаю, нафиг надо. Так, автостраду. Каждое грузовое судно, отплывающее из тропика, снимает одну единицу загрязнения с каждой свалки. С каждой сверхдержавы будут ухудшены. Ну, кстати, почему нет?
Давайте будем открывать. Обязательная вакцинация. О, между прочим, я тут еще построил больницу, но клинику не убрал. Добавляет две ячейки посетителей. Или может оставить и клинику, и больницу. Так, солнечная электростанция. Есть баланс сети. Плюс 378. Снизим тут. Так, все, зашибись. Что с соком? Сок строится. Давайте дальше дом моды откроем, наверное, и будем строить. Мой девиз. Если у нас будет много гаджетов, метро, мы забудем, давайте, как работать руками. Вот, почему президент, станция метро думаете, уменьшает отношения с интеллигенцией? Попробуйте бобовую, ну, запекан. Как это вообще может быть? Я все хочу станцию метро в этом промышленном районе. Мне кажется, она должна... Вы не очень популярны среди моих друзей, президент. Влиять. Я не могу кокосы добывать, поэтому... Как вам нравится иметь миллиард друзей? Отношения с Китаем улучшим. О, я могу уже у Ближнего Востока денег попросить. У Евросоюза, у России и у Китая. Нормально, 50 нормальные отношения. Так, строим станцию метро. Так, там дом моды еще строится, производство сока я сделал, завод электроники, золото и пластмассу в электронику. Резина, я вот не вижу, где у меня резина вообще добывается. И добывается ли вообще? Резина, по идее, из каучука должна быть. Где-то каучуковое дерево должно быть. Так, давайте я на паузу нажму. Какие у нас тут слои? А, каучук, это мне плантацию надо поставить, похоже, да. Плантацию каучука. Гидропонная плантация, каучук. Понял. Так, гидропонная плантация, каучук. Там не будут показывать, где каучук, что ли? Ну, блин. Тут надо каучуковую ставить, да? Вот тут давайте свободное место. Так, соответственно, каучук я хочу добывать для... Ну, завод электроники... Я и так построю, и автомобильный завод. Так, автомобильный завод. И... Уже денег на завод электроники.
Так, наверное, надо еще... О, автостраду открыли. Давайте принимаем говорят, этот дороги за... в тропику. Указ. И культурное знаете, разнообразие. Что... Я не хочу... Мне на консерваторов плевать. Вы поставили землю во главу угла. И... Так, где тут ферма каучуковая? Так, большие ведра. Остальное пока не надо. Сначала обеспечим работой. Качество работы повышается, это мы все улучшим. Число рабочих мест уменьшается. Улучшает отношение к нам экологов. Простота! Вот мой девиз. Если у нас будет много гаджетов, мы забудем, как работать руками. Почему интеллигенции вот, требуется пока кофе? Пока вы думаете над моим предложением, попробуйте бобовую зубку. Ладно, давайте производство кофе. Подумаешь, только 3000 кофе произвести. Так, и, наверное, надо еще компанию перевозчиков будет поставить. Еще, наверное, даже две. Ну, что увеличивается количество строений. Роскошный отель у посольства, блин. Кофе. Как тут у нас, кстати, дипломатия? Я хоть и у всех попросил, ну, нормально, у 50 держится. Живем. Использование моря открыли. Так, давайте, мировая рыночная экономика, обязательная вакцинация, запрет контрацептивов, карибская... Знаниита применита легализация. Так, использование моря. Что это дает? Каждое грузовое судно. Да, надо будет принять. Хотя, блин, там насколько на 5 уменьшается отношение. За каждую свалку. У меня свалок 2. У меня могут проблемы начаться, кстати. У меня сейчас 50, может пока повременить тогда. Мне нравится считать нас друзьями, президенты. Путешествие. Поддержка 90% вообще. Так, тут не хватает каучука. Ну, каучук мы тут производим. Так, каучук давайте поставим, что нельзя продавать. А, блин, я поставил, что золото нельзя продавать. А я там, по-моему, с кем-то торгую золотом, нет?
Так, каучук не продаем. Торговля. Уголь 6. Нет, все нормально. То я не продаю золото, чтобы украшения делать. Каучук, чтобы делать... И сахар, чтобы делать ром. Подождите. Каучук, да, но... А, ну тут каучук прям. Сталь и каучук. Так, нормально. Банан, ананас. Все, уже 11 тысяч. Строим следующую промышленность. А нет, не могу, еще завод электроники. Золото и пластмассы. $25 000, блин. Шпионаж, этническая резервация открыли. Мне бы, конечно, все эти плантации уже до максимума улучшить. Потом и фермы все улучшить. С одной стороны. А с другой стороны, это уменьшит количество рабочих мест. Это вот типичный пример, кстати, реальной проблемы многих отсталых государств. То есть, я думаю, давно можно было бы и в России, и в Беларуси заменить бабушек, продающие, ну не бабушек, я сказал бы, наверное, женщин лет 50, продающих билеты в метро на обычные автоматы. Но это усиленно не делается, потому что столько рабочих, столько сразу безработных появится. Не дайте превратить тропиков в пустошь, застроенную заводами, плюющимися токсичной смертью. Послушайте, милочка, говорите проще. Модернизировать строение рудник. Что-то у меня с экологами тут не ладится, прямо скажем. Так, с политикой посмотрим. Не, вообще нормально. Даже вот с верующими у меня постоянно всю игру. А что насчет восстаний, кстати? Низкое. Не то чтобы отсутствует, а просто низкое. Президенте, вы не угадаете, что случилось. Пресс. Не все страны являются таким. Я капитан промышленности. Что-то брокер хочет саботаж Ближнего Востока. Организуем. Так, когда я там уже завод электроники смогу построить? Так, тут торговля идет. Ром продается, бревна нет. Као продается, сталь продается, сыр, хлопок не продается. Кожа, шерсть и уголь не продается. Что с туристическим рейтингом? Поднимается, число туристов тоже увеличивается, кстати. Без работы 126. А по... Вот есть еще свободное жилье, они просто не хотят занимать, но жилья все равно меньше, чем требуется. В любом случае, я хочу сначала всю промышленность поднять. Свалка для промышленности, поэтому я смотрю, где ее радиус, а это свалка для жилых зданий.
Так, ну вроде все везде производится. Надо дождаться денег на... Может уменьшить пока здесь, да? Пускай плюс 7 баланс сети. Надо дождаться... О, могу же расстроить завод электроники. Ага. Так, 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 давайте вот здесь. Ну, у меня практически вся... Значит, у меня нет только оружейного завода, получается. А никель у меня, кстати, оружейный завод тоже можно могу построить. И фармацевтической компании, в общем-то. Два производства осталось организовать. Что горит? Компании перевозчиков. Вот надо пару еще компаний перевозчиков сделать. Президенте, прошу, усильте армию. Справа нас окружают враги. Слева повстанцы. Снизу демоны. Сверху птеродактили. Кто знает, что пробирается сквозь четвертое измерение, чтобы напасть на нас. Почему военные хотят американские горки? Когда нужно сражаться за рабочих. Президенте, ну давайте, пожалуйста. Американские горки. Это лучше, чем тотальное наблюдение. Так, пошел завод электроники. Ну и, пожалуй, на этой радостной ноте я закончу эту серию. Думаю, окончание будет следующей. Комментируйте, как вам нравится. Помогайте, подсказывайте, чтобы остров процветал. Всем спасибо, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.